И в завершении выпуска в Краеведческом музее открылась выставка живописи «Первые шаги». Автор картин – главный хранитель и экскурсовод музея Наталья Степанова. На экспозиции представлено более 100 работ, выдержанных в разных стилях, среди которых каждый может найти что-то особенное. О первых шагах начинающей художницы – наш следующий сюжет. Жизнерадостная, открытая, увлеченная своей работой – все это характеризует Наталью Степанову. Так сильно мечтавшая с 12 лет стать художником, она воплотила свою мечту в 58. И вот, в честь юбилея, подводя некий итог, она собрала зал друзей, чтобы разделить с ними свой дебют. Хотелось реализовать себя как-то. И вот за 2 года вот это все. Я даже не думала, что будет какая-то выставка. Я предположить не могла, когда я пришла работать в музей и помогала тут художникам, что когда-то на этих стенах будет висеть что-то мое. Не надо ждать завтра. Надо делать сегодня и сейчас. Надо жить сегодня и сейчас. Не вчера, не завтра, сегодня. Картины художницы выражают то, что накоплено ею за жизнь. Все, что когда-то так или иначе было с ней связано. И не нашлось ни одного человека, который не увидел бы среди них свою особенную картину. Здесь собраны работы, очень много работ, сделанные за последние, я понял, 2 года. Вот. Но это серьезное такое действие в творчестве творческого человека. Мне понравились это вот у реки картина, вот «Последний снег» и «Фламенго натюрморт». Вот. Я считаю, это лучшая работа, одни из лучших. Художественная выставка «Первые шаги» открыта с 10 утра до 6 вечера во все дни, кроме понедельника. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.